Добрый день. Мы продолжаем удивлять или, может быть, как радовать, то есть как бы всех любителей огородников, профессионалов, тех, кто любит выращивать перцы. Наконец-то мы получили наш российский новый сорт. Это новинка 2020 года. Ну, мы его презентовали в 2021 году. То есть это сорт Лидер. То есть мы его представляем, то есть на дне овощевода, то есть Волгограда. Это большое как бы тестовое такое поле, то есть демонстрационное поле, где участвуют много компаний разных, да, то есть российских, зарубежных компаний. Вот. И нам, честно говоря, очень приятно то, что наши гибриды, наши сорта себя показали на уровне голландских компаний. Может, даже где-то и подтверждение моих слов, то есть мы хотим просто вам показать это как бы именно видеозаписи, потому что мы посмотрели, что много людей, кто приходили на наши посадки, у всех был очень такой серьезный интерес, и у нас практически тут все пооборвали, кому что нравилось, то есть мы оставили для вас небольшой участок, где можно будет показать, то есть как бы загрузку, нагрузку, то есть форму плодов, то есть и так далее. То есть мы будем говорить так: это открытый грунт, это без формировки, это обычный сорт, новый сорт, лидер. То есть сорт, который мы внесли в реестр в 2020 году, это сорт лидер. Итак, какая задача стояла перед этим сортом? То есть нам нужен был перец, который будет переходить из светло-зеленой стадии, конусовидной формы, из светлой стадии в красный. То есть, вот, пожалуйста, как мы тут зафиксируем и посмотрим. Имеется форма. Отрывается, да, ломается. Обрывается, да. Но мы сделали подсчет, то есть как бы в среднем 26-30 перчин, то есть как бы такой куст как бы формирует и тянет. То есть вот я бы хотел бы вот так сделать, то есть как бы обрывать и показать, да, то есть вот, то есть он светло-зеленый, форма такая вот, как у меня в руках, то есть это вот стандартный, да, перец, и переходящий в техническую спелость в красный вид, то есть в красный цвет. То есть вот это вот есть как бы сорт лидер. Теперь он очень довольно тяжелый и довольно это самое. То есть я его сейчас попробую как бы поломать и показать вот толщину стенки. То есть толщина стенки довольно хорошая, где-то, ну, 7-8 миллиметров. То есть для, я считаю, для сорта это очень и даже очень хороший показатель. Угу. На вкус. Сейчас мы попробуем как бы здесь. Еще то же самое, то есть плод, видите, да, семенные камеры, то есть небольшие, то есть как бы, но в то же время на вкус, ну, на вкус довольно вкусный перец, запах перца очень приятный, мы рекомендуем его использовать как лично подсобным хозяйством, так и для производственных посадок. Нагрузка вот видно, да? То есть такое ощущение, что он тут через каждые 5 сантиметров перец висит. Вот, поэтому я думаю, что он найдет как бы свое место на ваших огородах, на ваших посадках, вообще как бы у вас как бы в вашем ассортименте. Рекомендуем.